Большие автобусы ездят, да? А утром маленькие. Да. Вчера маленький был мини-бас. Сегодня видите большой такой автобус. Да? Нет, по утрам тоже маленький. И мы одни в нем. Тут спокойно и коляска влезла, и все. Объезжаем вокруг порта Шарма. Вот картинг, да? Да. А где машинки-то? Сара, иди, я не бегу, я на поводу. Мы едем на чемпионат Африки по пляжному волейболу, футболу смотреть. Вот это наш корпус красный. Чемпионат Африки по пляжному футболу продолжается. Сегодня уже четвертьфиналы идут на выбывание. Перерыв. Лёшка сидит и рассматривает, да. Не видит. Телевидение снимает. Перерыв 3 минуты. Сдают флажки. Возьми флажок себе. Очень замечательно, очень замечательно. Великолепно. Возьми себе флажок. В общем, очередной раз автобус в Дахабе, Шарм-эль-Шейх, задержался на много-много времени. Сейчас в итоге 18:15, и вот он еще 18:15, и он еще вот стоит, не отходит. Ехать от Шарм-эль-Шейха до Дахабе 1.5 часа. То есть вот так сегодня вообще такой день, что с переездом в Шарм-эль-Шейх у нас то интернет не врубался, вырубился интернет раньше срока, потом мы подключили новый, он не врубался, не работал, пришлось ехать в офис главный Водафона, решать вопрос. Больше часа решался этот вопрос, это вроде заработалось. В общем, вот так вот. Но ничего, жизнь продолжается, едем дальше. Ну, в смысле, я еду. Автобус так пришел, мне сейчас просто ехать в Дахаб. Ну, бессмысленно, потому что я в 10 обратно домой. Еще в 8 только буду. Так бывает. Это Египет, друзья. Здесь всегда все задерживается, останавливается, очень долго все ремонтируется. Еще холодильник у нас не работает. Поехал в Дахаб, в общем. В Египте международная сеть Carrefour, это французские гипермаркеты, ввела клубную систему MyClub. За покупку, в общем, каждого товара тебе начисляются поинты. Ну, допустим, здесь начисляется 90 поинтов, это 9 египетских фунтов. Сыра фета, 40 поинтов, 4 египетского фунта. Мы не уйдем от бальной системы. Друзья, бальная система приходит в наш мир, и крупные торговые центры, и вообще во все. Бальная, рекомендационная, потому что компании хотят удержать клиентов у себя. То есть они сейчас поняли, что действительно, чтобы привлечь нового клиента, нужно очень много денег, это маркетингу невыгодно. Поэтому вот йогурты тоже, да, 15 поинтов, 1.5 египетских. Happy New Year 2019, Порт-эш-Шарм. Вот так вот встречает нас Порт-эш-Шарм на выезде в преддверии Нового года с такими вот оленями еще. Вот так вот. Сегодня немножко позже я прохожу мимо нашего главного двора, и оказывается включают свет вечером на поле. И смотрите, кто-то играет. Не знаю, местный это или нет. Но, возможно, надо будет сходить узнать. Я думаю, можно будет вечером с ними тоже играть. Представляете? Огромный комплекс, практически никто не живет, и включает целое футбольное поле. Все освещается. Огонь просто. Все включено.